Почти 3 метра в год – это скорость разрушения береговой линии Обского водохранилища возле села Красный Яр. Как итог – стремительное сокращение сельхозугодий. Местным жителям уже пришлось перенести линию электропередачи, но теперь море подступает к домам. Отсыпка песком в этой ситуации – временная мера. Она позволяет лишь уменьшить масштабы разрушения. Новосибирская область подала заявку на софинансирование по федеральной программе. Стоимость работ – почти 200 миллионов рублей. Депутаты Заксобрания надеются, что приезд министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина ускорит процесс принятия положительного решения. Мы обратили внимание на то, что деньги должны, это федеральный объект, выделяться федеральным правительством. И 30 лет назад были насосные станции, которые подмывали песок, возвращая его на берег. То есть эту работу тоже не надо прекращать. Она, ну, определенным образом будет сдерживать процесс размывания берегов.